Приветствую вас, мои дорогие подписчики, и тех, кто случайно нашел мое видео в Ютубе, в Рутубе или в Дзене. На моей гитаре стоят испанские струны Ноблах. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео хочу представить вам очень интересный этюд. Можно назвать это мелодией или просто произведением. Мне он очень понравился, довольно-таки красиво звучит, несложный. Темп здесь небольшой, модерато, то есть умеренно, такой средний темп. И вы можете спокойненько его выучить и поиграть в свое удовольствие, либо порадовать этим прекрасным звучанием окружающих вас людей. Итак, мы начинаем с того, что ставим аккорд С, до мажор. Зажимаем вторую на первом, четвертую на втором, пятую на третьем. Вот такой вот аккорд. И играем пятую, которая на третьем, дальше четвертая на втором, третья открытая, вторая на первом. Получилось четыре ноты. Раз, два, три, четыре. Дальше мы отсыпаем четвертую струну, оставляем вторую на первом ладу. И играем одновременно три струны. Вторая на первом, третья, четвертая открытые. После этого играем вторую открытую. И вот что у нас получается. Идем дальше. Зажимаем сразу шестую на третьем, четвертую на втором, тоже на третьем точнее, и вторую на третьем. То есть на третьем ладу зажать нужно три струны. Шестую, четвертую и вторую. Вот такой аккорд. Шестая, четвертая, вторая. И играем шестая на третьем, четвертая на третьем, третья открытая, вторая на третьем. То есть играем шестая, четвертая, третья, вторая. Далее вторую держим на третьем ладу. Пятую зажимаем на третьем, четвертую зажимаем на втором. И играем четыре струны одновременно. Пятая на третьем, четвертая на втором, третья открытая, вторая на третьем. Такой щипок. Пятая, четвертая, третья, вторая. После этого берем мизинец и верхние пальцы не отпускаем, а вторую играем на первом ладу. Вот что получается. Идем дальше. Зажимаем мизинцем первую на третьем и играем четвертую открытую, третью открытую, вторую открытую, первую на третьем ладу. Далее к этой первой на третьем поджимаем третью на втором, а вторую на первом. И опять играем четвертую открытую, третью на втором, вторую на первом, первую на третьем. Далее играем четвертую открытую, третья, которая на втором, вторая на первом. И первую пересыпаем, зажимаем ее на втором. Вот что у нас получается. Можно вот третий палец здесь. Четвертый, третья, вторая, первая. Четвертый, третья, вторая, первая. Четвертая, третья, вторая, первая. И в конце мы играем четыре струны. Перед этим зажав шестую, первую на третьем. И играем одновременно шестую на третьем, третью, вторую открытый и первую на третьем. Щипок. Все.
Получилась такая первая часть. А теперь можно все это повторить. Извините, еще разок. Всю вот эту часть нам нужно сыграть два раза подряд. Очень красивое звучание такое, довольно-таки приятное. Итак, еще разок. Итак, это была первая часть. Вторую часть, как обычно, разберу в следующем видео. Я думаю, вам понравилось. Еще один такой момент хотелось бы уточнить в техническом плане. Когда мы играем здесь первый аккорд, до мажор С, мы играем струны в середине. То есть мы играем пятую, четвертую, третью, вторую. В правой руке я вам советую это делать большим, указательным, средним, безымянным. Вот. То есть это вторая позиция. Такая верхняя позиция для правой руки. Вот такая мелодия. Такой вот, можно назвать, конечно, этюд, неважно. Диабели. На этом все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Тренируйтесь. Делайте тренировку для пальцев правой, левой рук, и у вас обязательно все получится.